стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Стартовый состав гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Первый тайм начался. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Выручил он свою команду. Лашич. Эрнандес. Хорошо мяч.